Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас всех с праздником! В эти чудесные рождественские дни у всех у нас приподнятое настроение, все улыбаются друг другу, ходят друг другу в гости, дарят подарки. Но и в этой великой радости мы всегда должны помнить главное. Христос явился на землю, чтобы пострадать за нас, людей, чтобы мы получили возможность очиститься от грехов своих покаянием и тем самым спасти свою душу. Любовь Господа к детям своим так велика, что искреннее раскаяние может открыть врата в Царствие Небесное даже перед последним грешником. И вот красноречивый тому пример. В середине 18 века служил в российском посольстве в Константинополе священник, иеромонах Константий. Жизнь протекала тихо и размеренно, но вдруг ворвались в нее грозные события. Между Россией и Отаманской империей назрела война. Российское посольство, получив депешу из Санкт-Петербурга, спешно готовилось к отъезду. И тут отец Константий неожиданно заявил: «Никуда я не поеду. На время военных действий удалюсь на гору Афонскую. Давно мечтал я там побывать». На следующее утро отец Константий нашел корабль, плывущий в Грецию, и отправился на Святую гору. Там поселился он в лавре преподобного Афанасия. Ну а так как знал греческий язык, то никаких затруднений у него не возникало. Напротив, греки, услышав, что он из России, оказывали ему всяческий почет и уважение. А когда отец Константий вознамерился посетить Иерусалим в одежде простого странника, греки снабдили его припасами в дорогу. У всех от общения с ним оставалось приятное впечатление. За ним даже закрепилось имя – мудрый и добродетельный россиянин. Обошел отец Константий святые места Палестины и всюду встретил радушный прием. Тогда-то, вероятно, и зародилось в нем дотоле незнакомое ему чувство. А может быть, я и впрямь какой-то особенный? Ведь такие далекие путешествия удаются мне без особых трудностей. Напротив, все благоговеют передо мной. Тем временем война между Россией и Турцией прекратилась, и приспело отцу Константию время вернуться в посольскую церковь. Начались рабочие будни. Но вот только отец Константий заметно помрачнел. На Афоне и в Палестине он был у всех на виду и пользовался почетом, а тут лишь скромный храм да два десятка посольских прихожан. И вот однажды вошел он в кабинет посланника и резко потребовал себе новых привилегий. То ли чтобы за счет посольства его постоянно отпускали в Палестину, то ли еще чего-то. А только результатом всего этого стала ссора. Напоследок отец Константий стал даже угрожать высокому чиновнику. «Сделаю я такое, что тебе не поздоровится. Мигом слетишь со своей должности». И сделал таки. На следующее утро исчез он из посольства. Думаете, куда пошел? Прямиком в султанский дворец. Там он во всеуслышание объявил о перемене веры. На виду у всех отрекся от Христа и выразил готовность принять магометанство. То-то было радости среди турок. Султан осыпал его милостями. И столько разной лести наслушался он в тот день, что думал, никогда не прекратится для него это празднество. Но прошло немного дней, и несчастный отступник мало-помалу стал приходить в чувство. Совесть буквально жгла его, не давая ни минуты покоя. Сердце переполнялось рыданиями, но прилюдно плакать он опасался. Уходя к себе в покое, он заливался слезами и начал чахнуть прямо на глазах. «Нет, так больше жить нельзя», — решительно сказал он себе однажды утром. Вошел в покои султана в своей изодранной рясе, которую сохранил таки даже после отречения от Христа,
И там, в присутствии тех же царедворцев, громогласно объявил себя христианином, а дорогую одежду, подаренную ему султаном, растоптал. Такое его поведение привело турок в бешенство. Схватили они Константия и в тот же день на Дворцовой площади отсекли ему голову. До последнего дыхания он не переставал исповедовать Христа истинным Богом. И церковь прославила его в лике священномучеников. Пал он и покаялся, омыл свое падение слезами и кровью и еще раз показал нам, что Господь принимает любого кающегося грешника. Не только прощает ему грехи, но и вводит в обители святости. Будем помнить об этом всегда. Храни вас Господь! И еще раз с великим вас праздником Рождества Христова!